Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. С вами Ольга и Эдгар. И еще Миланочка. И еще Эван. Вот. Сейчас мы хотим сделать распаковку. Пополняем свой запас всяких разных приспособлений для здоровья. Вот. Очень нужных приспособлений. Потому что одно у нас есть, вот это вот большое. И после родов оно меня прям очень сильно спасло. Это кресло Yamaguchi Orion, уже 5 лет работает, ни разу не глючило. Покупали мы, отдали где-то там в районе 600 с чем-то тысяч. Вот. И оно реально того стоит. Если бы не это кресло, то я не знаю. Вот да. У меня очень сильно спина болела. И за счет этого кресла эта ситуация исправилась. Оля после родов тоже. И решили взять еще в этом же формате приспособление. Вот называется SmartWear, 600-я модель. Чего нам тут не хватает? Вот покажу, почему мы это взяли. Потому что здесь недостаточно хорошо прорабатываются как бы ляжки, можно сказать. От ног до ляжек вот это вот вакуумный массаж. Нет, я хочу сказать то, что там достаточно, просто мы уже такие заядлые пользователи, что нам хочется больше. Ну, уже нам уже мало. Вот первый раз, кто садится на это кресло, говорят, у вас оно неправильно работает, мне вот там больно, мне тут больно. Я говорю, мы тоже сначала, как уж на сковородке, пытались с этого кресла вот так вот как-то выгнуться, чтобы не так больно было, а сейчас вот я и Эдгар, мы в нем спим. Настолько уже тело все вот это вот хорошо разминается, и потом уже спокойно сидишь и просто наслаждаешься этим креслом. Первый эффект, да, вот в этом кресле. Первые 2 недели мы думали, мы его сдадим обратно. Да, мы даже специалиста вызвали, чтобы он проверил, как работают ролики. Нам казалось, да, мы думали, что что-то там не что-то так. Так больно делает. Нам это объяснили. Зачем вам говорим предварительно? Потому что, когда вы столкнетесь с какими-то такими технологиями по массажу, и вы давно, ну, как бы, не прирабатывали определенные мышцы, как только они будут задействованы, у вас сначала появится боль и неприятное такое ощущение. Потом буквально там, не знаю, неделька, 2-3, и у вас это все проходит, а потом наступает момент уже наслаждения, а потом вам надо больше, мощнее, и я вообще хочу это кресло еще улучшить, есть там версия лучше. Но пока что решили закупить вот такую приспособу. Давай, Оля, откроем. Такая вот коробочка, вот, называется SmartWear модель 600. Здесь очень много всяких разных, вот, могу показать, как это выглядит, программ. Хотела дополнить, девочки, кто вот ходит на массаж, вот делают лимфодренаж, вот это вот тоже может такой же эффект давать, чтобы ножки были стройнее. Ну и в целом, чтобы организм хорошо работал, нужно делать различные массажи. Вот, входит в комплект вот такое устройство. Выглядит так стильно. Прикольно, ну. Ножки здесь есть. Здесь вот нога нарисована. Я думаю, там будет показывать даже, как прорабатывать. Здесь разные есть режимы. Мы еще не знаем, насколько это, ну, какой режим как здесь работает. Здесь удобная ручка. Да, вот ручка переносить. Вот. Раз вот так вот, куда надо, понес. Классно, да? Как будто ну. Магнитофон какой-то. Ну, маффон из 90-х. Да. А это маффон из 90-х. Так, и вот такие вот, как это называется, чулки. Чулки, это да. Я так назвала, я не знаю, как они называются, специально как-то у них, наверное, там. Там двое есть. Чулков, да? Да. Давай достанем вот эти сразу. Все, что есть. И? Это подключать, и вот сюда будем уже складывать вот этот вот бардачок. Вот. Пакеты туда. Все это уберем лишнее. Здесь такая система мощная, да, смотри? Ну, пакет хороший, кстати. Пакет можно оставить туда что-нибудь, закидывать вон. Да. Это в пакет идет. Да. Убираем это все дело.
Так, и у нас остается из предметов 1, 2, 3, 4. Здесь ничего хороший себе, шнур какой, блин. Я говорю, мощная система. Здесь, кстати, очень гибкий шнур, но резина очень такая хорошего качества. Я прям этот могу сказать наперед, что надолго хватит, да. Потому что, видишь, она мягкая. Это трубки, через которые воздух как раз будет подаваться. Здесь только 6 этих. Да, давай отверстий. Будем сразу вот подключать, не будем тянуть. Давай. Надо посмотреть, где происходит подключение. Я вот. Думаю, что здесь... Вот. Твоя часть подключай. Осторожно. Я думаю, что вот так, потому да, что... Да, там какая-то штука есть, вот она сверху. Ага, да. Все. Защелкивается. Так, это, наверное, нужно... Подожди, подожди. Вот это может быть... Да, нажать и толкать, да, давай. А, это когда доставать. А когда ну толкать, все. Наверное, оно просто а вот... А все, затолкалось. Заталкивается, и все. Так, да, вроде бы все. Так, следующее. Так. Здесь есть... Инструкцию, конечно, нужно сейчас читать, но мы пока читать не будем. Ну, в смысле, мы будем, но прямо сейчас вот мы видео просто снимаем. Тут прям пипец. Чего только нету. Просто хочется быстрее подключить и посмотреть, как это работает. Здесь есть вот такие карманы. В них находится вот такой вот шнур. Цвет такой прикольный, да? Да. Ну, похоже, как будто Оля на рыбалку собирается. Она этот всякие Ой, приспособления я для люблю рыбалки. Рыбалку, так что... Чтобы глубоко заходить в реку и рыбачить. Это как там? Ничего себе длина. Сапоги называются. Я хочу померить. Офигеть, так. Вообще прям ну, это. Ну, мне большевато. Ну, как бы я не думаю, что-то мне туда ногу до конца нужно, да? Нужно, конечно, инструкцию почитать. Нет, нет, это и сколько у тебя лезет. Ну, ты до конца дотяни, сколько идет. Вот. Вот, вот наверное, и все. Вот так. Да. Ну, дальше а некуда. Вторая что? Ну, и вторая также. А как они между собой подключаются, получается? Потому что одно должно идти к другому, и что-то должно идти к этому. Вот, вот из-за этого я инструкцию взяла, хотела почитать. Давай попробуем без инструкции. Вот смотри, тут две штуки подключаются. Вот. А, так тут две. Давай, да, тогда подключай. Я одеваю вторую сразу. Да. Инструкцию мы почитаем. Просто я хочу вот так вот, вот достал, ну нету инструкции, например. И насколько это все сделано просто. Нужно, интересно, сидеть? Да я думаю, без разницы. Или давай. Лежать. Так, вот так. Да давай заталкивай, Оля. Нет, я по форме да. смотрю, как затолкать. Вот, все. Щелчок был. Угу. И здесь вот так. Все. Ну ты вообще в космос собираешься, получается, куда-то. Ну, давай, наверное, знаешь, что сейчас сделаем? Надо вот сюда столик поставить. У нас тут есть столик с конфетками. Вот так. Ты сюда ляжешь. Сейчас, Оля, давай. Ты думаешь, лежать я надо? Я буду как будто врач, процедуру проводить тебе. Ты пришла на процедуру. Нет, ты ложись. Сюда сядь. Я сейчас подключу это все дело. Можешь раскрутить вот это? Это как будто фильма какого-то. Ну... Мама тут, да? Будет сейчас наслаждаться жизнью. Держи. Так. Это все включаем, и Оля летит в космос. Да, вот это убери. Так, подключили. Все. Так, подожди, я еще не легла. Я думаю, можно сидеть там, даже не лежать, а просто можешь сесть. Да ладно, я уж полежу. Вот. Так, удобненько. Так, включаем. О, я включил, уже сразу пошло. Ничего себе тут режимов. Ты только не на всю, пожалуйста. 30-й режим, Оля. Там что-то происходит? Да, надувается. Надувается? Да. Так, давай, 30-й режим и максимально так. С. Приятно. 6-й. Начинается, в общем, с кончиков ног.
Вот это вот все зажимает. Зажимает? Так кайф, ну вообще. Что, прям хорошо? Вообще хорошо, Эдгар. Вот я же... как будто, знаешь, как будто ты пришла в этот санаторий. Да-да. Я прям слышу, как это надувается, офигеть. Так нам можно уже открывать кабинет, у нас массажное кресло. Да, я как будто в этот санаторий. Вот, здравствуйте, как себя сегодня чувствуете? Ой, знаете, очень хорошо. Да, поспали, все, покушали хорошо, да. У вас прекрасный санаторий, а маффины у вас сегодня были просто великолепные. Кстати, эта штука не шумит. Да. Она так вот... Звук у нее, как кошка же, мурлычет. Да, вот да, такой да. Звук мурлычения. Ай-ай-ай-ай. Че? Потише-потише. Потише-потише-потише. У меня, знаете что? Сколько, так? Вот так, да. У меня мышцы на ногах прям так сильно зажимают. Ну, это, знаешь что, вот надо вот как раз под себя регулировать. Я поставил по максималкам, и это хорошо, что так. Ну, да, конечно. Потому что этот режим есть. Я посмотрел видеообзор других людей, тоже вот такую штуку одевали, садились, и там девушка говорит, она начинала с обычного режима простого, а потом уже дошла до самого высокого режима. Вот сейчас и она говорит, вот... мне уже мало, она хочет еще. Вот до сюда сейчас дошло. Да? Вот до сюда только дошло. А внешне оно как будто ничего такого и не происходит. Видно, что так чуть-чуть надувается. И сейчас. Звук чуть-чуть еще смахивает на этот, когда проверяешь давление. Вот. Ну, у нас на кресле тоже так есть, но так сильно не жмет там. Да? Да. У меня всегда страдают на ногах ноги, у меня постоянно как будто бы мышцы там перекачанные, забиваются. И вот когда сильно сжимается, у меня вот икры болеть начинают. И вот эта штука как раз-таки вот она будет вот так вот разминать. Эван, что тут мама делает? Надо вот так лечь. Готовится к этой, к рыбалке? Да. Ну так кайф. В космос собралась, Оля. Ну, прикольная штука. Здесь, в общем, смотрите, я, в принципе, понял. Там нужно будет еще более подробненько вчитаться, но суть тут такая. Есть 10, 20, 30 минут. Вот тут тайм. Можно выбирать вот сколько по времени. Потом есть разные режимы. Я думаю, что срабатывает по-разному вот эта вот вакуумная система. Вот моды есть тоже варианты. И вот эта штука, насколько она будет мощно сдавливать. Вот. Тут можно прибавлять до 30, но Оле вот 30 некомфортно, да? Ай-ай-ай. Много 20 сейчас делаю. Как? Вот как до этого было, сколько было? Ну, я делал 15. 15 тебе нормально, да? Ну, чуть больше, но не 20. 20 тоже больно. Угу. И сейчас вот делается по очереди. P2. Вот тут еще режим есть. Вот сейчас P2 есть. Другой режим. Я хотела до этого режим какой был? До этого я поставил вот это CH6 и моды 1. В общем, до этого были только сначала кончики, ну не кончики, сначала вот ноги, этот стопы. Потом икры, потом верхняя часть. Бедра, да? Бедра, да. Постепенно. А сейчас вот ты переделал, полностью там держится, сейчас поднимается наверх. А оно у тебя получается по вот этим секциям, да? Да, по секциям. Нет, а сейчас полностью все, ты режим поменял. Вот полностью вообще классно. Здесь получается можно вот так вот отстегивать. Если эта штука... расстегивается. А, ну да, кстати, подержи. Прикинь, так заезд, а ты не можешь выключить, да? Вот, сейчас покажу, как. Внутри, видите, сдувается, надувается, и полностью вот это все дело. Но обратно никак, потому что... А, ну, нет, давай, можно. Ну, в общем, когда работает, лучше так не делать. Нет, вот. Конечно. Я к тому, что это можно расстегнуть, а как бы человек лег и на нем застегнуть. Не обязательно их как бы одевать вот так, как чулки. Да. Это кому как, потому что разные люди, разные величины, толщины и разного телосложения, и кто как может двигаться. Если, кстати, например, вот, человек лежачий... Да, и вот хотел сказать, если болеет человек, да? Ну, человек лежачий, да. Допустим, ему нужно восстановительный вот этот процесс сделать, да, что ноги работают. Ну, мало ли что случилось, ему нужно... Ну, конечно, как да, реабилитация, может, какая-то идет. Да. Тогда можно вот это расстегнуть,
затянуть, как бы вниз подложить и застегнуть. Вот. Тоже очень классно. Ну, я тут прям хочу тоже. Да. Чё? А я тебе отдавать не хочу. Короче, здесь режимы надо будет посмотреть, Оль, поизучать. Здесь есть несколько вариантов по ходу дела. Не несколько, а много вариантов. Вот они. Вот. Режим, чтобы переключить и наслаждаться различными видами массажа. Вот. Вот можно посмотреть. Вот режим номер один. Тут показывается, как происходит сам массаж. Вот. Здесь режим номер три тоже показывает. Ну, короче, каждый режим у них там настроен определенным образом. По секциям сдавливает ноги. Вот. Также рассказываю тут, что и как работает. Вот. Экран светодиодный. Ну, в общем, здесь подробненько. Ну, тут, в принципе, что тут сильно разбираться-то не надо. Оно и так логически понятно. Суть. Вот я бы беременная была, я хотела вот как раз-таки что-то в этом роде, потому что на массажном кресле я, конечно, сидела, но страшновато все равно было сидеть, потому что вот эти ролики там, а просто там такого надува нету. И вот это вот даже беременным, я думаю, что можно, даже нужно, да? Потому что когда вес уже тянет, ну, живот там... Ну, ты сейчас скажи, вот он что-то включается, что у тебя происходит? Ну, он зажимает, отпускает. Нет, он какие-то секции тебе держит или просто все отпускает? И... Все вместе. Все вместе. Сейчас тут все вот вместе. Показывают, видите, секции какие работают, какие... Вот эти верхние секции сейчас отсутствуют, правильно? А, не все вместе, да, сейчас вот светодиоды поднимается. Показывают, я даже вижу, что происходит. У нее сейчас поочередно вот эти светодиоды включались, каждая секция подключалась. Сейчас последняя секция у тебя подключится, сейчас верхняя. Сейчас я плохо чувствую, потому вот. Что в вот этом... сейчас здесь Эдгар, должно. В этом, потому что режиме я не совсем сильно ощущаю сжатие. Именно в этом режиме можно мне чуть-чуть посильнее. Угу. Ну, короче, вот здесь все видно. Оно сейчас вот отпускает полностью, да? Отпускает, да. Отпускает. Ну, здесь как бы логически понятно. Вот сейчас нижняя, да, пошла? Да. Низ пошел. Низ. Вверх, следующая ступень. Да, все понятно, короче. Так, давайте, наверное, давай побольше тогда делаю мощность. Давай чуть-чуть только. 15 ставлю. А, у меня меньше 15 было? Да, я когда режим переключал, автоматом уменьшил. Вот мне 15, вот прям хорошо. Вот сейчас нормально? Да. Если больше, уже неприятно будет, да? Да, но тут как будто посильнее, чем 15, да, нет? Но оно само тут контролирует. Ну, хорошо. Угу. Я думаю, что тут нужно сделать? Тут нужно начать с самого простого, наверное, режима. Полностью его прогнать, прочувствовать, потом следующий режим, и потом найти что-то свое. Мы на том кресле тоже такой же момент делали, несколько месяцев пробовали всякие разные варианты, и я там нашел себе самый лучший для меня вариант. Вот, и его периодически включаю. И здесь ровно такая же история. Нужно найти... Потому что, например, у кого-то там, я не знаю, икры устали, болят, у кого-то там стопы, ну, кому что, да? Да, вот стопы. Кому-то вообще все надо, вот. Кому-то вообще больно, например, когда передавливает здесь, тогда... Ну, вот кто спортом занимается, вот, да, ну, вот они... Вот кто на велосипеде гоняет, например, спортсмены, просто вот, ну, кто нагрузку на ноги очень сильно дает. Давай я попробую, Оль. Просто мне очень интересно. Может, я еще полежу? Ну что, в целом, кайфово? Очень классная вещь. Прям вообще. Ну, давай я попробую и скажу точно. Оценочка будет. Я знаю, что для здоровья это очень полезно, потому что я на том кресле на себе много таких нюансов ощущала. Зачем? Вот так сняла и все. Ноги такие стоят, гости придут, скажут, что это? Что это такое?
космические штуки какие-то. Только тебе надо вот так поудобнее сделать. Давай я сам вот. Давай. Сейчас потестим, и я вам скажу, хорошая эта штука или херня какая-то. Вот. Если оно будет работать фигово, а я уже знаток, как работают такие вещи, я вам сразу могу сказать, стоит это покупать или не стоит. Одевается, в принципе, что вообще ерунда. Ты даже просто одел, уже такое ощущение какое-то хорошее. Я думаю, что сейчас будет прикольно. Теплое, да, ощущение? Потому что оно сдавливает, да. Единственный момент, там надо почитать, оно, как бы, фишка, можно вот так вот сидеть, например? Мне кажется, нет. Или лучше потому просто... Потому что там по секции, ну, ты там зажмешь где-нибудь, и вот... Вот, если сам себе это включаешь, вот. Угу. Сделал, так сделал, аппарат себе повернул. У нас вон телевизор там. Вот. Сидишь себе. Кнопочку нажал. Вот. Так. И тут включается простейший режим, я думаю. Самый какой-то простой. Так. Ну вот то, что сейчас происходит, мне это мало вообще. Сейчас ничего не происходит, можно сказать. Вот. Идет, это маловато. Мне нужно сейчас, я думаю, все-таки какой-то максимально поставить, посмотреть, как это работает. Максимально? Давай до пятнашки сейчас доведем. Ну, пятна... О, хорошо, блин. Вообще, вот у меня вот эту секцию вот сейчас зажимают. Вот так вот прям. Поднять. Блин, обалденно вообще. Как хорошо вот ляжки зажимает. О, да. Ну, на 15 это уже мощно. Ты мне там сколько поставил? 30 мне? Это, наверное. Ну, тут смотри, зависит, какие у кого ляжки. Ну, да. Реально, если кто-то поменьше, может, это от... Как бы величины ноги зависит. Так. Вообще хорошо. Внизу вот там классно, да? Да. Когда... Прям так со всех сторон так хорошо жмет. Да. Особенно кто этот в ботинках много ходит, да? Вот такие штуки одеваешь потом. Блин, вот реально очень классно. Прям чувствуешь, как... снизу вот потихонечку это все дело идет наверх, как будто кто-то продвигается там. Ну, если сравнить с креслом, то кресло, конечно, так не может сделать. Нет, это вообще другая тема. Это другая тема, да, я хотела сказать. Другая тема вообще. Давай, может быть, какой-то поменяю режим. У кого там операции на ноги были, например, кресло не совсем подходит им, потому что ролики там разминают. Им такое нельзя. А вот это вот вроде как и щадящее, но настолько эффективное. Да. Вот это сжатие, мне кажется, кровь хорошо будет циркулировать, кровообращение, застоя в ногах не будет, да. Отек ноги, ну, по-любому уберет. Вот у меня травма ноги один раз была, и мне прям не хватало вот такой штуки, чтобы вот отек уходил. Угу. Нужно было массаж делать. И классно то, что ты можешь прямо отсюда вот сидеть, и вот это... Ну, не хватает, просто берешь и прибавляешь, добавляешь... Режим вообще хорошо. Короче, это можно вот телевизор включить или вообще вот так вот. Просто спать лечь нафиг и все. Расслабляет, да? Да, вот. Блин, офигенно. Ну, ничего такого нету, чтобы вот со всех сторон сдавливало. Как бы в жизни ничего такого не происходит. Единственное, когда ты купаешься, может, там... В бассейне какое-то давление. Вот поэтому, наверное, людям и нравится купаться. Нас сдавливает вода. И у нас такой, получается, микромассаж.
происходит. Ну да, там как это давление. Давление, да, заставляет его, да, кровь двигаться. А просто как бы в жизни больше ничего такого нету. Вот. И, ну, и мы каждый день не купаемся, у нас нету тут ни моря, ничего такого. Да. Вот это прям вообще все ноги сейчас прям у меня. Вот да, вообще по кайфу штука. Прям всю ногу вот сдавила, аж до сюда вот прям. Не, знаешь, что охота вообще, чтобы одеть что-то такое, полностью какой-нибудь костюм вот так вот, чтобы меня сдавило вот так. Так и хочется, чтобы еще дальше вот руки, чтобы сдавливало. Надо посмотреть, у них есть, интересно, в продаже рукодавилки какие-нибудь. Потому что иногда бывает, что вот просто хочешь, чтобы руки вот, ну вот так вот, что-то давило руки. Ну вот у нас массажи есть, там же... Массажи тоже есть, ну, но в массажном кресле, так. Но оно такое, знаете, вот чуть-чуть вот здесь. Угу. Массажное кресло, оно такое отрывками сделано. Нету такого прям объема какого-то. Да, здесь полностью обволакивает. Да, здесь еще что классно, ты в этой штуке, когда вот сейчас сидишь, там же тепло. Да. Ноги сдавливают, температура, наверное, поднимается, ну, кровообращение. И там такой... теплое ощущение. Ну, как бы, особенно... кровь заиграла. Да, зимой, например, пришел домой, раз так. Да, ноги да или замерзли. Просто в огороде, когда работаешь. Да даже зимой ноги замерзли, да, тут и погреться, да, и растереть. Да. Когда ноги замерзают, ты же тоже растираешь. Вот сейчас давит. Я, знаешь, как себя чувствую, как этот, как будто на Луне же есть первые шаги делаешь. Кстати, такое ощущение, что какая-то нога встает, такая другая, невесомая. Да. Вот сейчас у меня тоже ощущение. Как есть. Будто нога невесомая встает. Без этой штуки у меня ощущение, вот особенно когда надувается, как будто нога легкая стала. Нифига себе. Экзоскелет вообще, блин. Это обалдеть. Тебе, наверное, кровь туда наверх всю подняло, и там это. Такая какая-то необычная, шутка. Такое чувство такое странное. Как будто я где-то на Луне так хожу. Ты говоришь, руки когда сдавливают, приятно. А вот мне, например, крапиву нравится почему-то. Когда крапиву человек делает, что же давление? Ну да. Блин, прикольно, кстати, прикольно. Ну-ка, если мы сядем вот так. Ты не испортишь так? Там просто восклицательные знаки, как делать нельзя. По-моему, вот здесь было. Да? Это. Да, потому что вот... Перелесни назад. Назад перелесни еще. Ну, я думаю, оно как бы будет надувать, никуда оно не денется. Нет, но ты что-то повредишь там. Тут написано, что если у вас есть какие-то переломы, нельзя это делать. Ну, вот. Понятно. С переломом. Да. С переломом не буду делать еще. Ну, я не знаю, может, кто-то так вдруг. Но тут такого вроде нету, что нельзя, Оль. Написано, что стирать нельзя, если у вас раны какие-то. Ну, понятно, какой-то раны и что такое нельзя это делать. Нет, нельзя, не написано, что вот так вот вниз нельзя. У запретов нас есть нет. Пуфик. Можно сюда пуфик ставить. Запретов нет никаких. И сидеть, да, Эдгар? Вот, да, я хотел сказать. Просто мне неохота так лежать. Ну, да, да. Мне охота вот что-то типа такого и вот так вот. Ну, вон там можно сесть, да. Где сейчас вот ребенок у нас сидит. Угу. Вот это местечко можно приспособить и вот так вот ногу. Да хоть даже вот так вот, если сидеть, и то прикольно. Нет, надо, чтобы, наверное, ровно было. Чтобы, чтобы качало, да, кровь. Чтобы, да, чтобы циркуляция вверх в крови пошла, чтобы полностью такой оздоровительный эффект был. Ну, да, чтобы нога ровная была. Да, вот. Да. Ну, потому да. Что так тяжелее наверх кровь перекачивать. Нет, так даже не очень приятно, если честно. Да. Я вот сейчас хочется сделал. Хочется расслабиться. Нет, знаешь почему? Потому что коленка внизу сгибается, а эта штука надувается и пытается ногу выпрямить. Ага. А ты попробуй не сидя, а вообще лечь. А, как лечь? Ощущение будет? Давайте подушку сюда под голову. Не, нормально, да, нормально. И вот этот шнур, кстати, достаточно вот длинный. Ну да. И прикольно, он не мешает. Он... Кстати, вот-вот. Я хотела, чтобы ты без подушки вообще лег. Да нет, так что? Я же так не буду, я ложусь ровно так, как вот мне хочется. Вот.
я вот вот так вот лежишь, так, я бы вот так вот лежал, так телек смотрел вечером. И происходит массажик. Вообще по кайфу. Вообще классно. А эффект еще есть такой, как будто ты в ванной лежишь? Да, да много каких этих. Сейчас он отключится. Как он? Он у тебя сдувался или как? Сдувал. Ну да. А? Да. Так, но тут иногда, видишь, нужно все-таки вот так. Ну, в конце уж можно снять. А? Я говорю, когда это в конце можно снять. Давай внутри покажем эти такие ячейки, да, здесь получается. Да. Ячеек много тут прям. Угу. Сейчас давай Эдвин что сядет, попробует. А? Ну, лучше сними, чтобы этот... Ты ходил же там во второй дом. А можно и так что-нибудь? О, ну-ка. О, такая легкость, легкость. Нога. Вот я чуть-чуть подзела, да, то есть, тоже. От того массажа такой не испытываешь? Нет. Да? Нет, там вакуума такого нет. Когда такой ноги этот стрих... Этот... Ноги как будто такие, я не знаю, как это даже ощущение, как будто молодые стали, что ли, да? Ну, легкость, да, такая? Как будто они это, моложе стали. Фиг знает. Как-то более детские стали. Где-то странное такое ощущение. Такие они, типа, такие хорошие, такие ноги. Да? Да. Такие, как будто ты чувствуешь ноги. Это отечность, когда уходит. Да. До этого как будто, знаешь, вот это вот, идешь. Тяжесть. Тяжесть какая-то, вот это все, что-то. А сейчас вот иду, они такие прям мобильные какие-то. Такие, оп-оп-оп, как будто меня их заменили. Можно даже потанцевать даже. У меня новые ноги. Да, новые ноги. Не знаю, мне прикольно, кстати. Обновление ног. Обновление ног можно сделать. Да, вы сделали себе обновление ног? Да. Давай. Может, там новые ноги встраивают? Мне прям танцевать охота. Да, да, да. Чувствую, что ты поделаешь. Кстати, когда приходишь после дискотеки, вот эту штуку включаешь, да, и да, лучше встает. Ну, уже круто. Да, он кнопочку нажимай просто. Как бы из них? Вот это пуск? Да. Ну все, сейчас взлетишь. Все. Там обычно что стандартный режим какой-то включается. На, вот. Тебе. Это надо вот весь комплекс просидеть, вот это, по времени, минут 15-20, тогда уже, ну прям я чувствую, ну, сейчас хорошо. Уже хорошо ходить. О, так. О, где мои икры, вот там да? Хорошо. Прикольно, да, сжимает так да, вообще, вот знаю, эта часть особенно, да. Ляжки, да, вот. Сейчас ляжки еще не дошло, пока только, вот сейчас ляжки, вроде бы, колени пока что. Ты вот можешь смотреть, идет, видишь? Ага. Подключается. Коленки вот прям офигенно. У Эдвина еще коленки болят периодически. Ну, ему вообще это надо. Ну вот, кстати, хорошее это. Блин, круто, что она до ляшек доходит. Вот это другое ощущение совсем. А, давай я ему микрофон тогда. Да. Ну, короче, мне уже нравится. Ох, как ля... Ох, ё-моё. Ничего себе. Хорошо. Да, вообще прям офигенно. У меня прям, я вот чувствую, вот прям вот это вот сжимается, прям вот это. Да, как когда вот общее все сожмет, да. Еще, вот это самый общее. Кайфовый момент. Вау, такое чувство, не мои ноги какие-то. Попробуй когда вот там сжимает. Ногу. Космонавт. Офигеть, они очень легкие. Прикинь, потом экзоскелеты в будущем будут делать, они будут такие вот, ты садишься в этот экзоскелет, он внутри еще и делает массаж, и ты еще бежишь на скоростях, мощный такой. Терминатор. Да, терминатор. Кстати, я вот думал немножко, когда ноги сжимаешь, например, когда я вот завязываю шнурки, даже чуть-чуть туго делаю, угу. Ходить как будто легче. Но это не очень хорошо, но да. Ходить легче. Это очень плохо. Ну да, я знаю, что кровь. Это делается только на какое-то время, и все. Если ты так бесконечно будешь делать, это ну, плохо. Да.
Это только тогда, когда, ну, как в виде лечения, или когда устал, ноги болят. Вот когда гуляешь, например, много, потом чувствуешь, что ноги забились, все, можно такую фигню поделать. И вот когда на концерт ходили, там вообще ноги болели потом, когда с Миланой. Вот. Ох. Или тренируешься когда, да, после тренировки? Да, да. У меня микрофон нет там, слышно? Слышно, слышно. Вот карапузик у нас сейчас он под этот звук засыпает. Звук очень вот этот приятный. Звук приятный, да. Он это прям реально как этот. Кошкам бурлочек. Да. А детям нравятся такие звуки, потому что и вот у нас такое приспособление здесь есть, вот в люльке. Да. Там тут включает типа вентилятор, шум вытяжки. И вот они все похожи на эти звуки. А можно, чтобы жимало чуть посильнее, то... Сильнее? Да. Чуть-чуть. Можно 20, например. Ну, ты регулируешь, смотришь, сколько тебе. Там до 30-ки можно. Все, вот так. Давай 30-ку. Не, это слишком больно будет, наверное. Ну да, слишком не надо. Ну. Это, сейчас кстати, хорошо. Мы первый раз делаем. Может, из-за этого нам так... Непривычно. Да, как вот с тем креслом. Сначала... Типа, я думал, блин, это же вообще, как можно в этом кресле сидеть? Сейчас, думаю, мне нужно, типа, трейд-ин сделать, это кресло отдать, добавить денег и взять, там у них есть два раза мощнее кресло. Вот, и мне не хватает уже этих мощностей. И тут такой же эффект сейчас. Вот мы там на пятнашке, все, больше невозможно. Больше прибавляешь, уже ощущение, что сильно давит. А тут 30 есть. Так что запасик у нас в два раза больше есть. Чё, кайфово? Да. Вот сейчас еще вот сделается вот эта вся процедура. А сколько она делается примерно? Тут вот есть время, видишь, 10, 20, 30 минут. Да. Можешь выбирать, сколько тебе по времени надо. Вот я хочу посмотреть, как это повлияет. Ощущения? Да. Ну, потом как ноги ощущаться будут. Вот я сейчас хожу, и у меня ощущение легкости в ногах, даже после первого раза. Нам надо было во втором доме не тренажерный зал делать, а вот такие... Вот такие массажные, да. У нас есть фитнес, как бы комната, и мы там тренажеры всякие купили, но на них не так часто, как бы лень. А вот эти приспособления, они такие... Знаете, если вам некогда, вам лень и все такое, вот это вообще... Они реально эффективны и классно работают. Надо коллекцию собирать, наверное, таких всяких штук. Надо посмотреть, что у них еще есть из этого, из таких серий. Какую-нибудь куртку одел такую. И еще сейчас такой момент, мы вот карапуза держим на руках, например, сидим, и он спит. Вот. И сидишь, и вот ноги затекают. И потом, блин, хочется, чтобы что-то с ногами поделать. И никуда не уйдешь, ничего, надо его смотреть. Массаж сам себе, как бы, ну, тоже так себе история. Да, а вот эта вещь будет спасать. Нас кресло спасает, плюс сейчас эта штука спасательная. Вот у меня две беременности без кресла было. Я со спиной просто умирала. Вообще там невозможно было. Ну, все мамочки так вот, угу. 8, вот это вот. Я каждый раз, вот каждый день, и то через день бывает делаю, потому что забываю, не успеваю, там лучше спать пойду иногда. И вот это вот кресло, вот у меня спина вообще не болит. Я вот даже хожу, хвастаюсь, сестренку Эдгара говорит, блин, как тебе повезло, я, говорит, так мучилась, у меня спина болела. Я говорю, вот кресло. А теперь у нас в комплекте еще проработка ног. Ну, короче, стоит оно того, хорошая вещь. Что, Эдвин? Прикольно. И мне еще, это я так понял, она мне кровь прогоняет, да, туда? Туда-сюда. Конечно, если давит, мышцы еще срабатывают. Мышцы же начинают сопротивляться, и они начинают работать. Давай сейчас просто остановим, например. Сейчас сдуется. Попробуй, все. Расстегни. Распаковка. Распаковка. Все. Хорош, тихо. Карапуз, а то он уснул. Под этот великолепный шум.
Хотите усыпить ребенка? Покупайте вот эту штуку. Делайте себе массаж. Ну, это тоже, кстати, показатель, то, что я захочу массаж делать или ты. И тут ребенок. Да. И нету такого, что типа эта штука будет мешаться. Вот. Ну, полегче. Даже хорошо очень стало. Хорошо, да. А ну-ка, сейчас я вот попробую. Сейчас хочется что-то делать, да, сразу? Вот, сейчас нога легче. Я вот специально до этого, пока не сделал массаж, ногу поднимал, как ты говорил. Угу. Вот сейчас она полегче уже. Ну, ты просто походя, они такие, как будто этот... Свободненький стоит. Свободные такие, легкие ноги ставят. Угу. Ощущение такое прикольное. Сразу можно и дзюдо заниматься. И все. Не, ну, ты хорошо, да? Ну, короче, прикольная штука. Респект. Даже карапуз уснул под это все дело. Вот, кайфует, лежит. Потом приедет моя мама, она тоже любит наше кресло. И еще видео заснимем, как она оценит вот эти штуки. Да. А, держи микрофончик. Будем экспериментировать на гостях. Да. Скажут, что это у вас за космические технологии такие. Ну, да, кстати, было бы круто, если бы все тело. Ну. Так что... Нужно производителям написать, чтобы сделали такой скафандр. Нет, посмотреть надо, у них сайт есть. Если, кстати, кому интересно, я ссылку оставлю. Вот, вы можете перейти, посмотреть. Вот, и там много чего есть. Вообще, я сидел там, сайт у них изучал. Там вообще дофига чего есть. Всяких разных приспособлений. Вот, но я именно хотел что-то типа такого, чтобы давление... полностью ноги, вот, чтобы сдавливало. Вот. Да, на ногам нужно, особенно после 30, да, большое внимание уделять, потому что мы все делаем на ногах, и много да, у кого стоячая работа. Да, такая вещь, сидим, мне кажется, нужна в каждом доме. Да, ушатываем свои ноги конкретно, так что не жалейте на свое здоровье. Вот такая вот вещь, ребята. Так, еще, наверное, потом снимем ролик через месяцев так. Через полгодика, может, что-нибудь такое. Да через месяц можно. Нет, нет, это эффект, знаете, когда сразу невозможно прям... полгода пройдет, и опять снимем и скажем, насколько это помогло. Потому что такие вещи, когда... вы пользуетесь ими, они не дают как бы результат прям завтра. Ощущения дают, но само лечение требует, не знаю, вот то кресло, например, там год-два я в нем сидел, и мне оно потом уже как бы результат прям я прочувствовал. Вот не так, что ты сел и завтра там все, вылетелся. Так оно не работает. Да, изначально мы вообще думали, что это ну так, просто баловство, а на самом деле это прям лечит. Лечит, вот, да. У Эдгара со спиной прям сильные проблемы были. У меня эти, типа, протрузии, или как называется, даже почти грыжа в спине. Стертые диски. Диски, да. И эта штука вылечила. Поэтому мы поверили в эти приспособления. Да, и, кстати, у кого спина болит, наоборот, нельзя делать какие-то там упражнения в болевой синдром, когда, да, ну, вот, когда болит. Многие начинают сразу спортом заниматься, спину лечить. Наоборот, нужен полный покой спине и вот такие вот массажные штуки. На обычный массаж как-то мне некомфортно ходить, чтобы мне массаж делали, как-то мне обломно. Ну, это и время, и ехать надо. Да, и это вообще очень дорого стоит. Мы тут на массаж записывались как-то один раз, там, блин, 30-50 тысяч отдаешь, ты там 7-8 раз на этот массаж сходил, да, ничего не понял, тебя заламывают там конкретно. Там еще и массажист где-то чуть сильнее нажмет. Ну, они такие, да, как будто сразу начинают, нападают у тебя, пытаются максимально массаж сделать, а он такой какой-то неплавно приходишь к как бы вот этому мощность. Тут же вы можете регулировать, контролировать, да, а там, да, массажист сразу начинает. Ты не скажешь же, типа, ну, скажешь, а он не сделает так. Да, массажисты это хорошо, вот, но если это недорого, и человек это делает от легкого до, ну, как бы к сложности идет в течение там какого-то времени. Ну, у нас времени нету ездить к массажистам, мне это вообще не очень комфортно каким-то массажистам ходить вообще. Ну, короче, это все не в тему получается. И ты обламываешься жестко. Кому-то нормально.
Я боюсь, мне нет. После того, как я сходила на массаж, и я пришла с одной проблемой, ушла с другой, у меня потом полгода вот здесь вот оболело, да. Что-то они как-то заламывают, заломил и... мне да, шею да. Так, что я полгода потом мучилась. Мне тоже вот я это после этого ногу все. Так что-то приподнимали, загибали, потом, блин, копчик болел. Думаю, да нафиг надо, зачем? Фигня да, какая-то. Тут, наверное, конечно, какого вы массажиста набредете. Ну, сейчас. Но мы ходили в дорогущий салон, где самый лучший в Уфе. Платили там прям, знаете, сначала процедуру, проходите исследование, потом назначается вам вот этот массажист высокого, мега-высокого уровня, что-то, бла-бла-бла-бла-бла, и я больше туда не пойду. Да, я тоже. Нафиг оно надо. И после этого как раз мы решили себе взять это... Кресло. Кресло, да. И все, я понял, что лучше вот будем комплектовать дома такими вещами, и вот и массажный салон. Там посидел в кресле, сюда сел, блин, вот это полностью проработал. Да. Еще какую-нибудь штуку потом потихонечку. Мы с тобой в старости, когда зарабатывать ты не сможешь. Да, да. Будем этот салон откроем. Салон, да, будем деньги. Салон рубить. Для бабушек и дедушек местных. Да. Оздоровин какой-нибудь назовем. Оздоровин, да, будет называться процедура. Вот так. На этом все.